Простой и быстрый рецепт приготовления очень вкусных и полезных кабачковых оладушек. Они всегда получаются очень нежными, сочными и ароматными. Итак, нам понадобится кабачок, вес которого примерно 400 грамм. Натираем его на крупной терке. Добавляем 5 столовых ложек манной крупы и хорошо перемешиваем эти ингредиенты. Накрываем и оставляем минут на 5-15. Зависит от типа и помола манной крупы. Спустя время добавляем чеснок, укроп. Два яйца, пол чайной ложки куркумы, приправы по своему вкусу, перец и соль. Всю эту массу тщательно вымешиваем и жарим оладушки. Выкладываем кабачковую массу ложкой на разогретую сковородку и жарим на среднем огне с двух сторон. Приготовьте такое летнее, простое и невероятно вкусное блюдо из кабачков. Их можно есть как в горячем, так и в холодном виде, и желательно со сметанкой. Благодарю всех за внимание и желаю приятного аппетита!